Мотор. Начали. Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Песни 21» или «21» начинает свою работу. Сегодня, как обычно, пою единственную и неповторимую в этой программе песню. И хочу вам спеть весь свой репертуар, все, чего я понаписал в этой жизни. Сегодня наступила очередь песни под названием «Петроградская сторона». Почему я выбрал именно эту песню сегодня? Потому что наступают праздники, наступают вот в эти выходные, будет день города. 27 числа будет праздноваться день города. Ну и перед этим. Я думаю, что не будет в городе площадок, на которые меня смогут выпустить, потому что все площадки давно оккупированы партией жуликов и воров. И поэтому единственный шанс спеть эту песню вот так вот выйти в эфире. Петербург. Я люблю Петербург. Я не хочу соревноваться, мериться, да, патриотизмом с кем бы то ни было, но тем не менее есть петроградская сторона, в которой я провел большую часть своей жизни и для которой постарался сделать много чего хорошего. Сегодня иду по улице, она вся благоухает сиренью. Как-то так прижилась сирень в Петербурге. И я понимаю, что мы с друзьями, вот пока была наша молодость, такая бурная, умудрились все-таки немножко петроградскую сторону спасти от застройщиков. Умудрились выгнать их из сквера на Нестерова, из сквера на Блохина, из сквера на Бармалеева, из сквера на Съежинской улице. И венец нашей драки за город – это сад Андрея Павловича Петрова, который так называется. Вот. И, к сожалению, на Ваське мы так не смогли порезвиться. Ну вот петроградская сторона. Там кто-нибудь появился? Да. В эфире, естественно, за эфиром следит, очень бдительно следит наш оператор. Алекс Гор, Ольга Вершинина, Йозеф Швейк. Приятно. Елена Пинчук, Хвастунов не, Игорь. Не может быть. Александр Лановой, Сергей Кунец, Павел Дуров, Максим Калиниченко, Илья Шмаков, Ольга Задорожна, Арина Ол смотрит, Мария Горбач, Ткаченко Лариса привет передает. В общем, все. Татьяна Шашкова, Марина Рязанцева, Ольга Хорок. Мария Горбач пишет: «И даже у нас лето. Приветствую, дорогие мои». Геннадий Михайлов, Гена, привет. Привет. Ну что ж, тогда я начинаю петь. Предисловие уже было. Зритель собрался. Итак, моя любимая петроградская сторона. Петроградская сторона. Нет, другие ничем не хуже. Просто это я больше нужен братом, сыном, отцом и мужем. И она у меня одна. Петроградская сторона обнимает, Нева качает, учит ли или изучает, и порой воды не чает. Так бывает, душа полна. Петроградская сторона. Петроградская сторона. Петроградская. Петроградская сторона. Тормозит светофор безбожник, и тревоги твоей заложник. В каждом доме не спит художник, в каждом камне хрипит война. Петроградская сторона
чувство полное многоточий, потрудился во славу зодчий, мысли Шварца из белой ночи, тени Цоя на Блохина. Плачет горько, вспоминая все имена. Петроградская сторона, устоявший в лихие годы, сад Петрова напомнит, кто ты, и высокой звонкой нотой здесь зеленая бьет волна. Ваши аплодисменты. Спасибо за внимание. Вот. Я полагаю, что у нас будет ресурс эту песню выложить, где мы исполняем ее с хором 57-й школы, правильно? Да. 57-й школы. Гимназия. Гимназии. Вот так получилось, что... 56-й. Нет. Они себя узнают по голосам. Есть студийный вариант этой песни. Я дарю ее нашей петроградской стороне, пускай другие сидят, не обижаются. Ну, так получается, что здесь я больше всего власть придержавшим поднасолил и больше всего сумел сделать чего-то хорошего для этой стороны. Хотя, конечно, мы понасажали деревьев. В центральной части города, и на Васильевском острове, и где еще? На Парнасе, там, ну, на Просвещение. В Москве, во Владикавказе, в Америке. Везде насажали, даже на Вьекасе. Петроградская сторона. Для того, чтобы понять, как ты любишь Петербург, надо просто на время из него уехать. Вадим Полиграм спрашивает: так вы в Питере? В данный момент, да. Юрий Підвишневський, Руслан Вікхор смотрит, Александра Тарновская. Саша, привет, да. Маша, привет. Николай Исенко, Андрей Александр. Пелевин, Андрей Дегтяренко, Оути Саловара. Финляндия, наверное. Валентина Пучкова. Ирма Палагина.
отлично свистит. И Палагина отлично свистит. Хорошо, Палагина, вы знаете. Ирма, Палагина Ирма, пишет Ирма. Тебе. Отлично свистит. Хорошо. Отлично. Главный интернет. Спасибо, Ирма. Спасибо. Вот, так. Ну и, естественно, текст будет выложен, как обычно, в комментах или там где-то. В чем там, Лен? Ну, мы обычно в посте выкладываем. В посте. Вот, сразу. Что хорошего еще можно объявить, что готовимся к спектаклю «Наш Визбор». 20 июня. Это запасайтесь билетами заранее. Заранее, они будут подешевле. И, мало того, кто живет в области, знаете, что в Амге, это населенный пункт такой, не просто МГА, а населенный пункт МГА. Вот, это город такой. В клубе, в главном большом зале мы сделаем... Наш Визбор прозвучит 23 числа. Спектакль «Наш Визбор». Ну, пожалуй, через месяц ровно. Через месяц. А Высоцкий? А Высоцкий будет в Санкт-Петербурге, на Пушкинской, 26 июля. Ну, это уже июля. Июля. Вот это все анонсы, хватит. Это самое. Еще раз поздравляю всех, кто любит Петербург, с праздником города. Нет. Юрий Підвишинський. Шкода, не встиг почути зараз, але з вас запись. Запись ми завжди виставляем, Юра. Так да. Что можно будет посмотреть. Щиро дякуємо за то, що ви нас слухаєте та дивитеся. Danke schön, bitte sehr. Tschüss. Muchas gracias. Muchas gracias. Sermete, kürmete, dostlar, joldastar, kızlar, balalar, sağ bolunuz. И что еще? Thank you very much. До побачення. Thank you very much. Yes. Соединенные Штаты Америка, Канада. Thank you very much. Thank you. Пока, друзья. Я забыл, как на финском, но финны меня простят. Юрий Підвишинський пише, що у нас сьогодні День морської піхоти України. Я би заспівав, в мене є пісня про море, но... Другого разу. В цій передачі... Як виконується, да? Виконується тільки одна пісня. Все, я вже багато много заговорив. Спасибо, друзі. Пока, друзі. До нових зустріч. Пока. Всім добра.